улица Зодчих, 30/6. 17-этажный кирпичный дом, построенный в 1989 году из силикатного кирпича. Единственный вход в парадное поддерживается в удовлетворительном состоянии. Стальная входная дверь оснащена домофоном. Непосредственно в доме находится библиотека. Во дворе есть небольшая площадка для парковки автомобилей. А рядом расположена платная автостоянка. Возле дома нет детской площадки, но рядом находится детский сад школа «Евроленд». Неподалеку есть общеобразовательная школа. Кроме этого, в районе имеются продуктовый супермаркет и несколько торговых центров. Состояние дома удовлетворительное.